Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Долги кировчан по ипотеке растут. Портфель ипотечных кредитов ВТБ-24 в Кировской области за 5 месяцев этого года достиг 9,5 миллиардов рублей. Это на четверть больше аналогичного показателя на 1 июня 2016-го. Рост удалось достичь благодаря увеличению объемов выдач. Они с начала этого года составили 1,5 миллиарда рублей, на 20% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Деньги взяли более 1000 человек. Программа «Экономика». Онлайн-кредиты становятся более популярными в регионе. Компания «Езаем» оценила рост рынка в регионах Приволжского округа. Традиционно больше всего займов взяли жители Самарской области – 89 миллионов рублей. За ней следует Нижегородская, выдано 85,5 миллионов. В Кировской области – 24. Рост в нашем регионе составил 75%. В целом по Приволжскому округу – 80%. Самый большой рост объемов онлайн-кредитования в Удмуртии, Чувашии и Мариэл – почти 100%, самый низкий в Пензе и Перми – 65%. Экономика на 101FM. БКК планирует расширять производство. Сейчас на предприятии разрабатывается новый инвестиционный проект. Он позволит не только производить новую продукцию, но и создать новые рабочие места. О планах рассказали в РИО губернатора Игорю Васильеву, который побывал на предприятии. Сейчас в составе предприятия 3 хлебозавода. На них работают более 300 человек. Производится более 20 видов кондитерских и хлебобулочных изделий. Продукцию БКК поставляет в большинство регионов страны, а также в Германию, Израиль, Канаду, США и другие страны. Треть выручки предприятию дает экспорт. Общая сумма в прошлом году превысила 680 миллионов рублей. В завершении о валютах: доллар на понедельник 59,66, курс евро 66 рублей 68 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.